15 февраля 2024 года. Едем в студию к 11 часам. Будем снимать Павлу. Какой сегодня день по майянскому календарю? Сегодня день белого магнитного зеркала. Сегодня день, когда начинаются новые цели, задачи, новая волна очищения, медитации, отражения. Поэтому сегодня будьте внимательны к тому, что происходит, потому что идет закладка на следующие 2 недели. И эти энергии будут являться отражением ваших внутренних мистерий, ваших страхов, ваших желаний. И поэтому будьте внимательны и желайте, и думайте, и говорите только то, что вы хотите увидеть в зеркале своей судьбы. Поэтому сегодня чудесный день. У нас белым-бело, белый день. Хорошей недели. Национально-освободительное движение, освобождение от ростовщичества. Да? Да. Доброго дня! Вам привет от Олейникова Николая Николаевича. Очень хорошо. Да. Чрезвычайные полномочия Путина. А сейчас у него нет чрезвычайных полномочий? Нет никаких полномочий у него. Он вообще не орган власти. Вы знаете об этом? Вот вы даете, конечно. Так, ну, а кто же он? Он? Да. Он всего лишь координатор властей по Конституции. Координатор. Нет, так вы за него или против него? За него, за него. И мы даем, мы хотим дать ему чрезвычайные полномочия. А народ-то хочет? А народ, а вот главный народ, главный источник власти, так, народ пока молчит. Молчит? Молчит. Молчит из-за того, что народ у нас раздробленный. Его растаскали, растащили. У нас, помните, сначала было где-то 200 партий, и каждый, одну коммунистическую партию разделили на несколько партий. Так. Партия Советского Союза, КПРФ, партия Коммунисты России и так далее. Растащили народ. Это все кто сделал? Это сделал все Вашингтон. Вашингтон? Да. А Путин что, смотрит на это 20 лет и чего? А у Путина нет власти. Нет власти. А вокруг него олигархи. А как же он наверху-то сидит-то? А вокруг него олигархи. А вот сейчас мы изберем Путина, дадим ему полномочия. Газетку дайте. Просим газету, народ просит газету. Пожалуйста, пожалуйста. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. Вместе мы победим. Да. Да. Вот, дорогие друзья, отсутствие понимания, что автономную энергетику надо давать. Где Владимир Владимирович, который говорит про автономную энергетику? Народ раздроблен, потому что не видит от царя-государя, что царь-государь-то за народ. Все за ростовщичество топит царь-государь. А нас за свободную энергетику, дорогие друзья. И тогда и народ проснется, и будет счастье. Смотритесь, как в зеркало, себя. Дураков ищите в зеркале, как говорил Юрий Степанович. Что про зеркало еще скажете? Ну все, все уже, все сказали сейчас. Мы уже